Топ-3 страны, из которых чаще всего прибывают в Беларусь, назвали в национальном аэропорту. Главные позиции по-прежнему сохраняют Россия, Украина и Турция. У наших граждан интерес взаимный и цели те же – отдых, посещение родных, бизнес, коммуникации. Рассказали об этом сегодня в пресс-службе компании во время проведения совместной акции с международным спутниковым телеканалом главного медиахолдинга страны «Беларусь-24» и авиакомпанию «Белавия». Во время акции на стойках регистрации раздавали имиджевые буклеты с информацией о канале, проектах и инструкции подключения, чтобы к Беларуси быть ближе, несмотря на расстояние. Мы из братской России, живем в городе Владивосток. Мне очень интересны новости Беларуси, потому что сейчас в мире не все спокойно. И, естественно, отношения наших стран меня очень беспокоят. Я всегда переживаю, как будут складываться экономические, там, геополитические отношения с наших стран. Когда я уезжаю за рубеж, в Европу, то либо в Азию, мне, безусловно, интересно получить информацию о том, что происходит в моей стране. Какие события, какие новости. Потому что, когда я вернусь туда, я должен быть в курсе, что в моей стране на сегодняшний день. Авиаперевозчик делает ставку не на новые рейсы, а на увеличение существующих, в том числе в города России и Украины. Компания «Белавия» в этом году уже открыла 3 новых рейса. Это Брюссель, Ереван и Нижний Новгород. И поэтому в ближайшее время мы как раз-таки будем сконцентрированы на том, чтобы увеличить частотность уже существующих рейсов. Кстати, оставаться на связи с Беларусью и быть в курсе актуальных новостей и событий поможет круглосуточное вещание телеканала «Беларусь-24». Трансляции доступны в 100 странах, в том числе и онлайн на сайте belarus24.by.